Что это за коробочка такая? О, GL3/80P. Лазерным нивелиром сейчас никого не удивишь. Он так и называется. Линейный лазерный нивелир. От фирмы Bosch я взял достаточно давно уже. Ну, вы видите по тому, в каком состоянии коробка. Да, он поставляется в коробке. Вот это не эта модель, а эта комплектация. Ну, а, собственно, что за комплектация? Давайте посмотрим. Откроем коробку. Что мы здесь видим? Мы здесь видим вот этот чехол и мишень. Никогда ей не пользовался, потому что мне она не нужна для работы. Еще бывает в этой комплектации очки, здесь их нет, поэтому здесь хранятся батарейки. А сама вкладка вот эта, это вкладка под L-Box. То есть нужно для нее L-Box купить и положить туда. Ну, пока я не стал этого делать. Откроем. О, ничего нет. А, да, он же у меня здесь. Вот. Он у меня постоянно в работе, поэтому я уже на этом объекте примерно месяц, и его я не убирал в коробку. Вот как достал, так он у меня и работает. Вот так он выглядит. Три лазера у него. И вот здесь кнопка включения. У кнопки три положения. Да, вот он включился. Вот, и зафиксирован. А в последнем положении он уже нивелирует. И, собственно, здесь вот есть еще две кнопки, которые включают импульсный режим, режим с приемником сигнала на дальнее расстояние, допустим, если работать, и переключение, да, между осями. Значит, почему я, собственно, выбрал эту модель? Ну, во-первых, аналогов у нее в данном корпусе нету. Да? То есть многие люди берут для себя ADA, да? 6D, кажется, он называется. Но я решил взять Bosch и, ну, очень доволен. Вот, то есть я его не рекламирую, ничего. Сейчас лазером уже никого не удивишь, как я говорил. И на самом деле такой инструмент, он нужен каждому, я считаю. Тот, кто занимается отделкой. То есть, как я вам и сказал, он вообще у меня не стоит. То есть постоянно им в работе, и маяки им ставлю. Вот. Так чем он отличается от ADA? Да, это то, что у него вынесены вот эти вот сами лазеры. И основная его задача – это работа 90 градусов. Да, он задает 90 градусов угол. То есть, ну, сейчас я тут, ну, видно, вот. Вот угол 90 градусов он дает. И по этому углу очень удобно ставить маяки для того, чтобы оштукатурить именно под 90 градусов. Конечно, кто-то скажет, что для этого можно воспользоваться обычным угольником. Я соглашусь, да, это можно сделать, но на большие расстояния угольник совершенно не подходит. Да, то есть, ну, какой вы будете использовать угольник? Ну, максимум метровый. И то я даже сомневаюсь, как его можно использовать, потому что он огромный.
его при транспортировке его, ну, очень тяжело. Метровый угольник, метр на метр, это достаточно, да, такой большой инструмент. Вот, его практически тяжело положить в машину, в легковую. Этот инструмент, он, ну, позволяет там вплоть, ну, там до 40, конечно, метров, ну, 40 метров это очень круто, да, для угла 90 градусов, ну, несколько метров, например, метра 4-5 легко, да, поставил, отрегулировал как надо, и все, угол 90 градусов. И то, что у него вынесены вот эти вот лазеры, позволяет его придвинуть к стенке практически впритык, да, ну и это очень удобно. А из минусов, что я могу сказать? Ну, практически нет у него минусов, да. Один минус упоминался, и я о нем знал. Это достаточно тугая кнопка выключения. Она, ну, достаточно тугая. Ну, как бы это не минус такой особый. Для меня больше раздражает вот этот вот звук, который вы сейчас слышали. Вот. И он очень такой резкий. Он издается, когда сбивается. То есть мы его наклонили. Вот, он еще не выставился. Вот. Наклоняем. И вот он начинает пищать, когда сбивается нивелир. Как он убирается? Нажимаются вот эти вот две кнопки. Все, звук убрали. Вот. И, ну, при этом настройка, вот теперь он будет просто мигать. Да, когда сбился. Так он мигает со звуком, а это он просто мигает. Вот. То есть звук очень резкий и, ну, достаточно такой неприятный. Ну, с другой стороны, это тоже хорошо, потому что ты сразу видишь, что он сбился. Услышишь в данном случае. И также он пищит, когда у него батарейка там разряжена сильно. Да, вот еще у него, ну, минус, не минус, но он очень быстро съедает батарейки. Я использую Duracell. Вот. Можно, конечно, аккумуляторы поставить, посмотрим, может быть, со временем поставлю, посмотрим, как они себя будут вести. Но он достаточно быстро съедает батарейки. Особенно если три луча использовать, ну, вообще там моментально съедает их и все. Смотрите следующее видео, потому что я буду показывать. Сейчас я просто его показал, да, этот нивелир. Дальше я покажу, как он работает, в чем я его применяю, почему я его именно купил и как это себя окупает. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго.